Так, стоит ли покупать вот такой вот аппарат? Безусловно, стоит. Сейчас покажу, расскажу, покажу, как в деле работает. Работает в деле просто обалденно. Модель его 80G3. В общем, оставлю в описании все модели, все данные об этой штуковине. Как видите, здесь бак на 5 литров. 7 лошадиных сил, кстати, здесь. И коробка передачи у нас здесь. У нас, значит, есть первая. Это такой простой ход. Вторая, третья. И потом нейтралка и задний. То есть задом едет. Вот эта ручка газа. Здесь газуете, потом только нажимаете рычаг этот. Это сцепление. То есть по факту здесь нет, так как в автомобиле, сцеплением и с коробкой передачи. Здесь просто вы переключили передачу, когда она в холостом. И сцепление. Оно здесь хватает ремни. И вся ходовая часть работает от этих вот ремней. Сейчас покажу в деле. В общем, фрезы опускаются на глубину. Аж до этих пор. Хорошо зарывается. То есть без всяких там проблем вообще он хорошо вспахивает землю. Причем многие рассказывают, консультанты, что вот люди покупают, разочаровываются, что когда земля прибитая, что он не может закопаться, что он просто на фрезах этих едет по грубой земле. Вот как здесь. У нас вот грубая земля вот тут. Вот. Ну, то есть прибитая. Она как твердая. Прям жесть. Здесь я, конечно, спахал, я вам покажу на деле сейчас, как тут орудует. В комплекте что идет? Фрезы. Ну, их надо собирать. Вообще, тут почти все надо собирать, но тут на самом деле все простенько. Масла здесь нема. То есть ни в двигателе масла нет, ни в редукторе, ни в фильтре. Если вас интересует, что, сколько масла надо и какое лить и куда, у меня есть видео уже отдельное, как все это делается. Я все рассказываю, показываю. Ссылка будет в шапке профиля. Переходите, смотрите, в общем, как орудовать этим аппаратом. Ну, а сейчас я покажу, как он в деле орудует. А, в комплекте идут фрезы, которые надо собирать, и вот такие вот колесики. Очень напоминает тракторные. Так, ну, чтобы завести, нам надо нажать здесь сначала кнопку ON. Вот тут вот, кнопка ON. Вот тут кнопка ON. Затем мы здесь открываем подачу бензина. Вот тут открыли подачу бензина. Ну и кислород открываем. Кислород у нас сюда попадает. Это выхлопная труба, если что, сюда выхлопы выходят. Вот. Если у вас так не заводится, значит назад задвижку возвращаете. И когда вы уже завели, вы опять рычажок сюда возвращаете. Показываю на деле. То есть все сначала. Мы нажимаем здесь он, включили. Затем мы открываем задвижку топливного бака и заводим. Заводим здесь, тянем ручной стартер. Я могу еще глубже гораздо.
Кубки для многих культур это вообще самый раз. Сзади его включаю, показываю. То есть вы можете видеть, я его вяжу под углом, и он сам, когда уже достаточно вкопался, он сам перебегается. Я его не толкаю, он сам себя тащит по инерции. Если вы хотите поверхностно, как я только что вам показал, сейчас еще раз покажу, он сам вообще едет и тащит меня за собой. Пройдемся по грубой земле. Упс. Друзья, согласен, вес у него небольшой, он весит всего 83 килограмма, но, как видите, дело он свое делает. Это раз. Второе, где-то 500 грамм бензина уходит на сотку земли. Вот такого вот плана. Вот он, у меня она вот полностью, земля здесь прибита, как видите, вот деревянная, поэтому очень рекомендую. Пишите свои комментарии, на все отвечаю. Переходите в мой телеграм-канал, можем лично пообщаться, ссылка будет в описании. Открытый у нас чат, открытое сообщество. Беседуем, задаем все вопросы друг другу по теме, любые механические, по электронике. Все друг другу помогаем, отвечаем. Не обсуждаем религиозные и политические темы и личного характера. Все, если видео было полезно, ставьте лайк. Спасибо за просмотр.